Всем привет! Очередная посылка из Китая. Открываем. Так, вот я ее порезал. Что-то, что мы здесь внутри видим? Ух ты, а вот это вот очень классная штука. Это коннекторы на провода. Особенно тем, кто занимается автоэлектрикой. Да и вообще с электрикой связаны в домашних условиях. Сейчас покажу, как это работает. Они разного цвета, но суть одинаковая. Вот я достал синенький. Значит, в чем смысл? У вас есть провод. Ну, вот, к примеру, провод. И вам к нему нужно подключить другой провод. Чтобы не резать, не обрезать, вы заводите этот коннектор, провод подсоединяете, сюда вставляете второй провод. И вот так вот зажимаете. И все, здесь автоматически будет прорезан ваш провод. И таким образом контакт установится. Конечно, использовать для там 220 и выше, но нет смысла. А на мелкие токи это то, что надо. 12 вольтовка будет работать отлично. Все, ссылка на товар в описании. Количество там можно заказывать любое. Я заказал вот, по-моему, 3 по 50. Что-то мне там обошлось, это тоже какие-то сущие там 100, 150, 200 рублей. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка на товар в описании.